Во время карантина студенты Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета проявили инициативу и создали свой вуз в компьютерной игре Minecraft. Масштабный проект заинтересовал многих других студентов. Всего в постройке студенческого городка приняли участие более 150 человек. На странице ВКонтакте у нас есть пост, где как раз приглашаются все заинтересованные лица, разработчики, вступить в группу и внести свой вклад в разработку такой цифровой модели университета. В компьютерной игре Minecraft появились копии учебных зданий КФУ. Самая масштабная постройка – главное здание и второй корпус с памятником Владимиру Ленину, а также культурно-спортивный комплекс «Оникс». Мы всегда гордимся нашими студентами и говорим, что они не только прилежно учатся, но еще и достаточно креативные люди, которые реализуют свои возможности. Ну вот в данном случае во время вынужденной изоляции они проявили такой свой креативный подход к тому, чтобы выразить любовь к университету. То сейчас началось активное строительство деревни Универсиады. И, кстати, мы были очень приятно удивлены, когда нас заметили одни из самых популярных интернет-журналов Казани, это Инде и Enter, благодаря чему к нам начали подключаться уже не только студенты КФУ, но и студенты других вузов. Кстати, почти закончено строительство ЦИТа, и мы были очень рады увидеть знакомые лица. Это преподаватели, они также присоединяются к нам как в беседе, так и в игре, строят свои кафедры и помогают студентам достраивать остальные здания университета. Стать участником может любой желающий, и ты можешь помочь в постройке своего учебного корпуса. Переходи по ссылке, которая указана на экране. Диана Желенкова, Камиль Гемоздинов, Универньюз.